Активная молодежь собралась в Меркентском районе. Они соревновались между собой в национальных играх. Этно-реалити-проект под названием «Жассак» направлен на популяризацию и пропаганду среди молодежи традиций кочевого народа и возрождение культуры. Участие принимают в этом проекте 6 команд, которые продемонстрировали свое мастерство в таких видах спорта, как стрельба из лука, асык-ату, лянга, казахша курес и так далее. Как отмечают участники, такой проект укрепляет командный дух, также заводит тут и новые знакомства. Я одержал победу в казахша курес. Некоторые участники впервые приехали сюда. Кто-то впервые играет в национальные игры. У присутствующих просто отличное настроение. Мне понравилось здесь. В проекте упор был сделан на сегодняшнюю молодежь независимого Казахстана. Основная цель проекта – широкая пропаганда казахских традиций среди молодого поколения. Сюда, в сооруженный этноул, расположенный в этом живописном месте, приехала активная молодежь. Здесь они узнают, как жили наши предки в степи и вспоминают традиции. Каждый проявил свое мастерство в национальных играх. Отметим, что этот совместный проект областного управления по вопросам молодежной политики и телеканала «Жамбыл» в будущем будет транслироваться на широкую аудиторию. Валихан Талгатов, Еркин Жасыбаев, Айкын Акпарат.